Под размеренный звук течения прозрачной, сверкающей под лучами солнца воды, человек успокаивается и расслабляется на лоне природы. Чистым горным воздухом, кажется, нельзя надышаться, а окружающие тебя красоты просто радуют глаз. С наступлением тепла горожане, конечно же, спешат на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Однако вы должны знать, что один на один с природой вы не остаетесь, потому что постоянно зоркий глаз инспектора следит за нами. А следить приходится. Дело в том, что не все любители природных красот соблюдают санитарные правила. И несмотря на то, что, например, на территории Сайрамсу специально для отдыхающих установлены туалеты и баки для мусора, горожане и здесь умудряются оставлять следы своей жизнедеятельности. Пустые баклажки, стеклянные бутылки, пластиковые пакеты и многое другое. Согласно приказу номер 94, мы регулярно проверяем состояние национального парка. Прежде чем заехать на территорию, туристы обязаны не только оплатить билет на посещение, но и соблюдать санитарные правила и правила безопасности. Нарушители наказываются штрафом. Например, за посещение национального парка без соответствующего разрешения будет наложен штраф в размере 2 МРП. Но, судя по всему, этих мер недостаточно. Человек по-прежнему продолжает считать себя царем природы. Его не останавливают ни призывы соблюдать чистоту, ни то, что из-за равнодушного отношения он наносит ущерб окружающей среде. А это то, что останется после нас следующим поколением.